Очередь дошла и до столицы. Итоги развития Чебоксар за 2018 год обсудили на расширенном заседании городского собрания депутатов. В 2018-м столица активно готовилась к предстоящему 550-летию. Город участвовал в ряде федеральных проектов. Итоги работы прошлого года дали плоды в нынешнем. Столица получит финансирование на обновление центральной части города – Красной площади и залива. По федеральным проектам оздоровления Волги и чистая вода в ближайшее время начнется строительство очистных сооружений для ливневой канализации и водопровода в поселке Чандрово. Из того, что вспомнят сами горожане, в прошлом году запустили новый Московский мост. Продолжился масштабный ремонт городских дорог. Иными словами, с привлечением инвестиций проблем нет. Чего не скажешь о собственных доходах. По сравнению с 2017-м рост только на 2%, хотя должно было быть почти в два раза больше. Подробнее о том, каким стал 2018 для столицы республики, завтра в программе «Республика» в 20:00.